Ходьково-Новороссии. Под таким слоганом в эти выходные прошел общегородской сбор гуманитарной помощи, приуроченный к 75-летию города Ходьково. Организатором акции выступил Союз десантников Ходьково совместно с администрацией Сергиево-Посадского округа. В конце каждого месяца мы проводим гуманитарную помощь. Сбор гуманитарной помощи. Мы обычно уже гуманитарную помощь собираем где-то с марта 2022 года, как только началась СВО. Пункт сбора развернули у торгового центра «Любимый», и все желающие смогли поучаствовать в общем деле. В том числе и активные долголеты. Они уже не раз сотрудничали с Союзом десантников, вязали для участника специальной военной операции носки, шили подушки и одеяло. Очень важно, потому что, да, особенно первое время было, когда нехватка была всего и продуктов. Мы действительно у себя там долголетие продукты собирали. Особенно бабушки были готовы отдать свои варенья, много приносили баночек, все упаковывали, мед, это самое варенье. Так что, в общем, кто что может, то и делает. За время общегородского сбора гуманитарной помощи на пункт приема люди приносили продукты, воду, медицинские препараты, новую одежду и предметы личной гигиены. Вся гуманитарная помощь поместилась в 20 коробок, которые будут отправлены жителям Белгородской и Херсонской областей. Мария Ревека, Вячеслав Шумов, ТВР-24.